Ну и вот у нас новый друг появился. Назвали мы его Тобик. Теперь у нас Тобик, Тоша и Айкуша. Да? Тобику 2 месяца, он еще маленький. У него папа чихуахуашка чистокровный, а мама чихуахуашка скрещенная с дворняжкой. Я его, короче, взяла по объявлению, нашла специально маленького. Хотела сучку, но сучек не было. Вот они уже немножечко начали общаться. Вчера он, конечно, тут переезжал, мы его вечером Ой, играются. Ой, Лёнь, Айкуш, ты играйся, да? Ой, Эстези, давайте играться. Ну, играйтесь, маленький. В общем, привыкает ребенок, привыкает. Айкуша пытается с ним там что-то Да, погуляться. Гуляйтесь. Ой, играемся немножко, да? Ой, Айкуша, ты подожди, ты всю солому сгреб. Айкуша, аккуратненько, он же маленький. Ой, что ты себе всю кровать раскидал? Ой, скажи, страшно. Ой, страшненько, конечно. Ой, ну ты, блин, конечно, резкий. Я сама уже аж чуть не укакалась, Айкушенька. Ты потише играешься, что ж ты такой резкий-то? Начинает привыкать друг к дружке. Вот он успокоился. Ой, я такой хорошенький. Отдыхать лег. Ну, Айкуш, не обижай его. Ты резко сильно не прыгай. Он же боится тебе немножко, Айкушенька. Он же боится. Ты же резкий. Ну, не прыгай так сильно, Айкуш. Ты же прыгаешь, он боится. Плачет, да? Тобик боится, да? Тобик маленький. Ну ничего, для первых суток отлично. Ну, в общем, он будет тоже маленькой собачкой. Килограмм может до 3, до 4. А может и меньше. Ну, муж видел родителей и сказал, что они маленькие, очень маленькие. Ну, они же чихуахуашки, они же мелкие. Ну, эта смесь у нас такая хорошенькая получилась. Ой, так такой хороший, маленький. Игрался. Надо будет попозже, через недельку его проглистую. Я всех буду глистовать. Всех собак. Машутку не буду, она у нас беременная. Козу я глистовала недавно. Ну ладно, все, не ругайтесь. Гуляйтесь. Миритесь.